Скажи всем привет! Всем доброе утро! У нас сейчас завтрак. Да, и она уже позавтракала, у нее была кашка. Да? Сейчас посмотрите, что она делает. Это у тебя огуречная маска? Это моя подруга научила ее. Показала ей, что на лицо огурчики можно складывать. Она теперь по всему телу выкладывает мне. Да? Ладно, всем, кто кушает, приятного аппетита. Я уже собралась, вышла и еду на свою первую процедуру. Фух, я еще сонная вся такая. У нас только 9 утра. Что-то я сегодня вообще плохо ночью спала. У тебя опухшее лицо такое. Хоть погода хорошая, и то радует. Надеюсь, дождя не будет. Но я на всякий случай взяла с собой зонтик. Так что беру вас с собой. Сейчас покажу, куда я еду. Все, я дома. Не получилось ничего там поснимать. Как-то, знаете, все так быстро произошло. Пока поболтали, пока я все разузнала. И все. Ну ничего, в следующий раз... Я постараюсь не забыть показать сам процесс, хотя посмотрим еще, как это будет на камеру, потому что у меня там прям все ужасно, очень-очень ужасно. Если кто-то думает, что я там худая, стройная, все, нет, есть свои проблемные места, которые маскируются очень хорошо одеждой. Но ничего, скоро все это наладим и покажу вам фотки до и после. Было, кстати, совершенно не больно. Меня даже назвали немножко мазохисткой, потому что, в принципе, я не чувствовала боли, какое-то неприятное ощущение было в одном месте, но это было так, знаете, там, если даже просто ущипнуть, там будет довольно-таки неприятно, кожа просто мягкая. А так я довольна. Так что вот так вот. Конечно, не дешевое удовольствие, но пора начинать. Я уже не могу так ходить. Много лет я это все скрывала, прятала. Теперь не хочу. Так что вот так вот. Сейчас пообедаю. И надо ехать. Мне в 2 часа надо к зубному. Сегодня, послезавтра и послепослезавтра. 3 похода. Плюс еще в пятницу мне надо ехать делать еще одну процедуру. Но там уже будет на лицо. Нет, это будет не массаж. Я покажу, там уже точно я покажу, что мне будут делать, потому что мне самой интересно потом посмотреть сам процесс, хотя бы чуть-чуть, до-после, сразу моментально я вам покажу, как только смонтирую видео. И завтра мне надо делать торт на 2 килограмма, сегодня мне надо, наверное, все купить, завтра я начну делать, послезавтра его утром надо отдать. Вот так вот, все, я сейчас буду садиться обедать, покажу, кстати, вам, что я купила. Зашла в магазин еще. И поеду тогда сразу к зубному. Потом приеду, пойдем с девчонками гулять. Взяла сливу, сметану 12%, виноград, яйца, молоко тоже 0,5, кефир, огурцы и сливки. А, еще взяла мне сейчас на обед, самый раз после массажа, такие рыбные бургеры. Но я съем только 2 штучки, у меня будет кефир, огурцы и кусочек хлебушка. Вот такой вот у меня обед. Сейчас пообедаю и быстренько лечу к зубному. У меня все просто, потому что я сегодня не успела ничего приготовить, а вчера об этом я даже и забыла. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Вот все, я приехала домой. Вот там Милана кушает срочки. Да, Яшка тут кушает ягоды. Принесла красную и черную смородину. Мне еще, правда, кушать полчаса нельзя. Мне кажется, на другой стороне ягоды, ничего страшного. Мне поставили лекарства, я так понимаю. Потому что у меня там какая-то пульпа была или что-то она там такое сказала. Короче, в одном канале было очень-очень больно. Я там стонала на весь кабинет. Фух, сейчас хочу покушать, переодеться. На улице весь день была жара. Сейчас у нас... 4 часа, и такое ощущение, что сейчас будет дождь, потому что очень сильный ветер начал подниматься, и солнышко пропало. Ой, ну ладно, я все равно не хотела идти гулять с детьми, поэтому
Надо ужин готовить. Хочу сделать... Угадайте, что? Отбивные, да, они самые. Я вообще планировала ехать на базу за мясом, чтобы сделать сосиски ппшные. Но, скорее всего, это будет завтра. Сегодня уже прям все, лень, не могу. Находилась туда-сюда. Не хочу. Так, у нас уже 7 часов. Фух, ничего не хочу делать. Но я решила, я сделаю сейчас пирог. В принципе, все как всегда. Рецепты есть на канале. Тесто, какое вы хотите. Я туда добавлю все свои ягодки. Красную смородину, черную смородину. Покажу вам немножко, как я буду делать, если не забуду. И буду жарить отбивные. Лень, очень лень. Я ленивая жопа. Да, я такая. Но кушать надо, детей кормить надо. Так, сейчас я взвешу ягоды. А, ножик, ножик, ножик. А-а-а. Где все ножи? Вот. Ягоды я обязательно взвешиваю всегда, чтобы знать, какие пропорции, знаете, на будущее. Потому что, например, как на глаз, многие говорят, я готовлю на глаз, или там, я могу съесть на глаз. Я могу съесть на глаз килограмм за раз. Так что для меня это, знаете, вообще не вариант. Мне надо все считать, да и мне легче. Я потом знаю, как получается лучше пирог, как... хуже. Сейчас тоже буду экспериментировать. И... обожаю ягоды. Да. Плохая. Обожаю черную смородину, красную смородину, крыжовник обожаю. Короче, все кислые ягоды. Цидонь люблю. Очень люблю. Но сейчас, так как проблемы с зубами, особо, знаете, так не поесть. Так, у меня будет 100 грамм черной смородины и 100 грамм красной смородины. Да, 100 грамм этого, 100 грамм этого. О, красную смородину надо еще чистить. И самое обалденное. Ту-душ. Ой, пару ягодок мимо. О. Размешиваем аккуратно, чтобы ягодки остались все целые. Ой. Я уже знаю, что это будет очень вкусно. Ну что, в духовочку? Так, решила я себе еще сделать котлеты. Тут будет филе, кабачок, лук. Чисто мне на бутерброды, чтобы, потому что яичница на утро как-то для меня слишком, так, знаете, легкое блюдо. Хочется что-то потяжелее, сытней. Так что сейчас сделаю через мясорубку фарш на сухую сковороду под крышечку, и будет мне вкусненько. Да. Вот тут. Что там? Там есть.
Все, котлетки готовы. Они очень нежные, они еще горячие, но когда они остынут, они станут такие, знаете, поплотнее. Очень хорошо детям давать, да и вообще на ПП хорошо. Очень горячо. Так что завтра будет у меня вкусные утром бутерброды. Там еще одна партия жарится, так что мне будет на несколько дней. Сейчас еще остынет, я поем одну. Так что любителям кабачков вообще на ура зайдет. Единственное, надо брать обязательно сковороду, которой ничего не липнет. Иначе все, у вас все развалится, получится каша. Хотя и кашу можно поесть вкусно. Просто огонь. Нежные, сочные, мягкие. Так что. Горячая. Все, всем, кто кушает, приятного аппетита. У нас уже 7 часов вечера. Я обычно вечером не ем, но одну котлетку попробовать. Тут же ничего плохого нет, правильно? Та-дам! Мой пирог готов. Боже, как он... Даяна там ням-ням говорит, сейчас будет кушать. Кстати, смотрите, Даяна уже съела все котлетки, плюс я одну. Ну что, сейчас будем распаковывать и разрезать. Он еще, правда, горячий, но мне прям не терпится. Боже, у меня только что нож провалился прям туда. Ой, я думаю, он будет нереально сочным. Ну, давай. Ой, надо было от бумаги его отцепить сначала. Посмотрите, это волшебство. Боже, а как пахнет ягодами. Так что будем завтра его кушать. Даяшке, кстати, насморк усилился. Не хочу ее показывать, она весь день голая. Вот как я домой пришла, так она и ходит голая. Я даже не одеваю ее. Надо сейчас ее помазать маслом. Сделать ей чаек с малиной, имбирем, медом, лимоном. Дать ей хорошенько пропотеть. А то бедненькая, аж иногда покашливает от того, что забито все. Мам, мам. Вот, слышите, какой голос? Мам. Ой. Мам. Резинку тебе? Скажи всем пока. Скажи всем пока. Ка-ка-ка. Ка-ка-ка.